Доброго времени суток, YouTube, уважаемые видеослушатели моего канала. Я записал уже 4 видео, а может быть их и больше, там уже в истории я не помню. Я помню, что я что-то записывал подобной тематике о медицине, врачах и всех от других каких-то нюансах и аспектах, связанных с этим замечательным мероприятием под названием медицина. Я сейчас записываю 5-е видео, по всей видимости оно и так и будет называться «Врачи-убийцы 5». И я вам обещаю, господа, пока, как говорится, шутка, смерть не разлучит нас, я буду записывать не 5, а 25, а 35, 105, 225, 555 видео, посвященные врачам-убийцам. Это не моя какая-то стезя, не моя тема, я занимаюсь другими вещами. Но тем не менее, происходящее вокруг меня заставляет меня обращать на это внимание все чаще и чаще и чаще. Заканчивается некая эпоха нормальности в нашем мире. Имеется в виду, что столько событий происходит. Война, там еще что-то, мобилизация, ковид, которого не существует, еще что-то. И другие вещи, которые не должны происходить, которые абсурдны. Они недопустимы и, в принципе, преступны. Как то ковид, война и так далее. По списку далее. Так вот, об этом по меньшей мере надо говорить. И я буду об этом говорить. И не только о медицине, возможно, еще о других вещах каких-то, которые встретятся мне на моем жизненном пути. Ну, а я обещаю, что будет 155-е видео, посвященное врачам-убийцам. Случаев в моей практике, в моей жизни и знаниях моих очень много таких. Поэтому видео номер 5, врачи-убийцы. Ждем видео номер 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 255, 500. Спасибо за внимание и удачи всем!